Из этой ситуации я делаю для себя выводы. Кто меня тронет? Тихо! Я зачитываю. А там мы так как пукнули их, сразу, понимаете, на 3 метра в землю, понимаете, вогнали. Я ее отвалю, не трогну своей рукой. Вот этой. Каюсь, каюсь, каюсь. А уж потом я с вами поговорю. У меня есть мандат. Дайте мне рубль на развратную жизнь. Сука, блядь, ебаный цейво. А вы знаете, что... Вы знаете, что я... Сука! Уважаемые товарищи, дамы и господа. Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь. Зато как четко идут эти ребята. Сука! Я не официально особо. Сука! Таким людям платят пошты. Сука! Клянусь. Сука! Суфлер, блядь, ебаный нахуй. Не щипайте, я вас прошу, не щипайте. Не щипайте, Юлан, не щипайте. Подумайте, что вы... Ходячи хати! Разом нас багато! Нас не подолати!